Все, наверное, знают. Еще ок Раин Аниер Брас Райос еще. И она пока так не будет. Нет, пока будет твориться такое. Добро пожаловать в село Петрада. Да, Одесская область. И пока такое не будет твориться, Украина на так нормальной страной не будет. Это я уже молчу за село. Берите примеры вот с этого мужчины. Это если вы хотите жить в нормальной стране, то начните с себя, а не с кого-то. С вами был корреспондент от Серёжка. Всего доброго.